Я вернулась к йоге. Я так привыкла скакать в спортзале под громкую музыку, а в йоге единственное, что ты можешь услышать, это свое собственное дыхание. Туфли не лучше секса, но они держатся дольше. Стоит нам почувствовать, что человеку ни за что нас уважать, и мы начинаем почти что ненавидеть его. Чужое остроумие быстро прискучивает. Если бы дети росли в соответствии с нашими ожиданиями, у нас вырастали бы только гении. Недостаточно только получить знания, надо найти им применение. Недостаточно только желать, надо и делать. Вкус в качестве оценки прекрасного похож на пробу кушания. В обоих случаях для того, чтобы почувствовать и оценить, необходимо сперва там попробовать, здесь рассмотреть и ощутить. За пределами понятий о правильных и неправильных деяниях есть пространство. Я встречу тебя там. Чтобы вырасти высоким и гордым, дерево нуждается в бурях. Именно встреча с одиночеством в конечном счете делает возможной для человека глубокую и осмысленную включенность в другого. Опечатки бывают даже полезны тем, что веселят читателя. У открытой души есть один недостаток. В нее плюют часто. Существуют мужчины, способные обмануться любой женщиной. Я не люблю вмешиваться в свои личные дела. Наше предназначение в этом мире – учиться ради открытия новых непостижимых миров. Непознанным мирам нет числа, и все они здесь перед нами. Мы еще только в самом начале пути. Мы либо делаем себя жалкими, несчастными, либо делаем себя сильными. Объем затрачиваемых усилий остается одним и тем же. Я считаю, что вам повезло, по крайней мере, в любви. И, как всякий счастливый человек, вы этого не осознаете. Любая стратегия убеждения, достигающая цели, апеллирует сначала к любопытству, затем к тщеславию и, наконец, к доброте или угрызениям совести. Боязнь избежать ошибки вовлекает в другие. Хорошо тому, кто богат немногим. Счастье людей заключается в том, чтобы любить делать то, что они должны делать. Все ограниченные люди стремятся постоянно опозорить людей основательного и широкого ума.
Все жизненные пути бессмысленны, но есть путь сердца. Он такой же бессмысленный, как и все остальные, но по нему идешь с радостью. Мир – это все, что заключено здесь. Жизнь, смерть, люди и все остальное, что окружает нас. Мир необъятен и непостижим. Мы никогда не сможем понять его. Мы никогда не разгадаем его тайну. Поэтому мы должны принимать его таким, как он есть, чудесной загадкой. Всякая человеческая голова подобна желудку, одна переваривает входящую воную пищу, а другая от нее засоряется. Не все стриги, что растет. Драгоценности – это целая наука. Красота – это грозное оружие. Скромность – это верх элегантности. Лишь умение болтать ни о чем делает из женщины невероятно интересного собеседника. Чтобы быть незаменимой, нужно все время меняться. Мудрец все ищет в себе, неразумный в других. Мудрец стыдится своих недостатков, но не стыдится исправить их. Говорят, что когда человек стареет, у него первым делом слабеют ноги или садится зрение. Это неправда. Первым делом напрочь теряется навык параллельной парковки. В моем понимании святой – это такой человек, который и в непорядочном обществе остается порядочным человеком. Весь рост зависит от активности. Без усилия невозможно физическое или интеллектуальное развитие, а усилие означает работу. Люди говорят о естественных правах, но я призываю любого показать, где в природе существовали или признавались какие-либо права, до тех пор, пока для их провозглашения и защиты не был установлен должным образом обнародованный свод соответствующих законов. Не бойтесь неудач. Это путь к успеху. Shooting Stars. Знаешь, когда у меня плохая игра, это продолжает меня смущать и знать, что знаешь, у тебя еще есть над чем работать, и у тебя еще есть много людей, на которых нужно произвести впечатление. Устрицы полностью раскрывают раковины в полнолуние. Краб, видя устрицу, кидает внутрь ее камешек или водоросль, так что устрица не может вновь сомкнуться и становится добычей краба. Таков удел тех, кто слишком много открывает рот и тем самым отдает себя на милость слушателя. Легче сопротивляться в начале, чем в конце. Мы прагматики. Мы не придерживаемся какой-либо идеологии. Это работает. Давай попробуем. И если все получится, ладно, продолжим. Если не работает, выбросьте его. Попробуйте другой.
Мы не в восторге от какой-либо идеологии. Мы должны открыть двери возможностей, но мы также должны вооружить наших людей, чтобы они могли пройти через эти двери. Самый благородный поиск – это поиск совершенства. Целым овладевают по частям. Большая разница, не хочет человек грешить или не умеет. Глазурь свободы – это просто глазурь на чужом торте. И так должно быть, пока мы не научимся печь. Тупик, я мог бы сказать вам, если бы я хотел, что делает меня тем, кто я есть. Но я на самом деле не хочу, и тебе наплевать. Лучшие исходят из худших. Не у каждого летающего героя есть плащ. Наша обида и злость имеют отношение только к нам, к нашему умению прощать себя. Часто то, что мы считаем нашими недостатками, является выражением нашей индивидуальности. В этом наша уникальность. Природа никогда себя не повторяет. С самого начала существования не было двух похожих снежинок или дождевых капель. И каждая ромашка отличается от другой. Наши отпечатки пальцев такие же разные, как и мы. Так задумано природой. Если вы готовы принять это, то вы не будете постоянно сравнивать себя с другими. Пытаться быть похожей на другого, значит высушивать свою душу. Мы пришли на эту планету, чтобы выразить самих себя.